Перед началом данного видеоролика хочу попросить о поддержке одного члена моей семьи. После кое-каких перемен на канале у нее сильно упал актив. Так что, если вы заинтересованы, давайте поддержим эту девочку. Надо тебе приодеть, думала я, а у тебя все плохо с одеждой. Тебе еще повезло, что я взяла для такого случая наряд. Вот прямо как чуяла, что такое может случиться. Вот, пожалуйста. О, нет. Анкан, примеркан. К такому меня жизнь не готовила. Все путем, сегодня же очень важный для тебя день, как-никак. А самое главное, одень вот эти очки. По твоему внешнему виду не скажешь, что ты можешь быть парнем. Сочту это за комплимент. Твое первое свидание с Акерой. Радуйся же. Он вообще-то гей. Ха, думай, как хочешь. Незаметно, что твоя воображаемая девушка придет. К твоему сожалению, она далеко не воображаемая. И если так, она хотя бы в курсе, что вы встречаетесь? Ей-богу, заткнись. А ты случайно ей пригласил какую-нибудь там левую бабу с сайта знакомств? И если нет, ну, тогда опиши ее внешность. Она блондинка. Многое ты можешь рассказать о своей так называемой девушке. Ну, у нее изумрудные глаза и... уже без 10:12. Незаметно, что она торопится. И как тебе понимать? А хмурю какую-то тут куклу с обложки журналов и думаю, что я сдамся, да? Куклу с обложки журналов? Извините, конечно, но не могли бы вы быть немножко помягче? Ха, много просишь. За всю мою жизнь меня впервые так сильно бесит. Нагнетающая атмосфера. Может быть, объяснишь свои намерения? Неужели ты настолько глуп, что не догадался? А ты настолько глупа, что думаешь, что твой план выйдет? Я всегда получаю то, что хочу. Акера не вещь. Захочешь — получишь, захочешь — выбросишь. Оно так не работает. Твои слова не имеют никакого смысла. Примерно то же самое, что и твое «хочу». Да кто ты, черт возьми, такая? Вали из нашей личной жизни. Я его девушка, а еще я и собственница. А для таких людей нормально даже ты. Недавно говорила, что Акера не вещь. Разговор окончен. Акера, идем домой. Не прощу. Да ты, я смотрю, прямо влился в роль. Влился? По правде говоря, я был удивлен. Акера, в понедельник я хочу рассказать кое-чего всей команде. Пообещай, что после этого ты не перестанешь со мной общаться. Я не гей. Что? Если докажешь им, что я не гей. Жди завтра. Что она тут? Постой! Чего? Молчи, пока она не скроется. Не делай так больше. Пока. У нас скоро чемпионат на носу, а вы все еще не в форме. Пора уже готовиться и чихать на вашу личную жизнь. Также надо найти 5-го игрока. Но ведь у нас есть Крис.
Это другая тема, позже вы все узнаете. Кстати, его не было сегодня в школе. Кто знает, что может случиться с этим мальцом. Заткнитесь от Кости. О! Ты готова? Угу. Выстраиваемся в ряд. Какого? Ну шо ж, Нагиса вперед. Нагиса? Прошу прощения, я вам с самого начала врала. На самом деле я девушка. Что ж, Акира, ты не ги, радуйся. Я ожидал такого поворота. Извините, конечно, меня, но ты неплохо играешь для девочки. Как тебя понимать, Эмили? Ну, Миллер узнал случайно, Грей знал с самого начала, Джексон догадался, а Акира в шоке и на седьмом небе от счастья, что он, ну, нормальный. Какого я один не знал? И... ну... А ты из маленького сыночка превратился в модель с обложки. Знал бы ты, как я на вас орала с глубины души. После прогуляемся, нам надо будет поговорить. Нам надо найти еще трех игроков. Вы успешно все прошли, так что вы подходите. Я был рад. Честно.